Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, конечно же! Здравствуйте! В этот прекрасный день! Мы рады приветствовать! Вас. Что такое? Регин, тебе не кажется, что кто-то параллельно разговаривает с нами? Мне кажется, что то и есть. Сегодня настоящий праздник, именно нам. Что вы здесь делаете? Стима, поговори с ними нормально. Ребят, хватит. Вы кто? Мы? Да. Мы молодые и перспективные ведущие. Да. Челябинского государственного педагогического университета. Поняли? А вы знаете, кто мы? Кто? А мы старые, уже профессиональные ведущие университета. Челябинского государственного педагогического. Слыхали? Ага. Ну. Да, вы хотите нам сказать, что у нас ничего не получится, и мы не сможем провести какой-то концерт? Тихо ты! Что значит какой-то там концерт? Это же гала-концерт фестиваля «Весна» студенческой ЧГПУ 2013! Вот именно! И как мы видим, вы его вести еще не готовы! Ребят, давайте по-хорошему, вы просто уйдите, и все. Дяденька с тетенькой сейчас все проведут, все сделают, а вы посмотрите нам, постойте, хорошо? Да мы все, что нужно знать, уже знаем. Не знаю. Уверены? Уверен. Отлично, тогда мы вас сейчас проверим. Я буду задавать вопросы, если отвечаете правильно, то услышите аплодисменты зала, такие как сейчас. Зал, вы где? Отлично. А если неправильно, то услышите свист, улюлюканье, ну и, к сожалению, у вас полетят помидоры. А право кинуть первый помидор в случае неправильного ответа наших перспективных ведущих мы предоставляем. Вам не кажется, что это перебор? Это не перебор, а «Весна» студенческая. Оригинальный жанр, кстати, да. Ну нет, Дим, все-таки они правы. Договорились, старички. Давайте ваши вопросы. Старички, да? Да. Зрители готовы? Мы начинаем. Сколько в этом году исполняется фестиваль «Весна» студенческой ЧГПУ? 17. Отлично. Сколько творческих направлений было представлено на первом фестивале «Весна» студенческой ЧГПУ? 2. Как расшифровывается ИДДПП? Институт дополнительных творческих педагогических профессий. Вопрос с подвохом. Сколько номинаций представлено в этом году? Ни одной. Были представлены творческие факультетские программы. Молодцы. Итак, самый главный и последний вопрос. Где в этом году проходит гала-концерт фестиваля? Где? В фактовом зале ЧГПУ. Регина, я же говорил, они не все знают. Метеорит не на голову. Тима, что? Второй метеорит не в коем случае. Это точно, мы ведь с вами знаем, каково на себе ощущать такое небесное дело. А мне послышалось, что кто-то начал говорить про метеорит? Да неужели еще один упал, а? Да такое же один раз в жизни бывает, ну конечно. А если второй раз в жизни бывает, то по теории вероятности никто не выживает. Ребята, прошу прощения, а вы кто? Нас зовут Георгий и Иван, и мы проверяем свою научную теорию после падения метеорита. Какую еще теорию? Ну смотрите, основываясь на опыте таких источников, как фильмы про Супермена, люди их сырел отбросы, уверены, что после падения метеорита у людей, находящихся вокруг, должны появиться суперспособности. Судя по всему, ваша суперспособность – заумничать. И кстати, если вы не знаете, то студенты факультета коррекционной педагогики в своей творческой программе уже пытались найти супергероев. Еще хотите поискать? Ребят, а вообще, если серьезно, у нас здесь очень важное мероприятие. Пожалуйста, вы не могли бы в каком-нибудь другом месте поискать свои способности? Ну, хорошо, только если вы вдруг, ну, все-таки что-то обнаружите, вот визитчика перезвоните нам, пожалуйста, на телефон. А еще лучше, вот, e-mail нам отправьте. Хорошо. А вообще, на самом деле, давайте назад, мы вот тут за кулисами постоим, вот вместе вот с этим и... А, все. Хорошо. Ну так, а что же с вами будем делать? А я вот что подумал. У вас опыта больше, да есть что рассказать. Давайте вместе концерт вести. А мы поглядим, у вас очень много энергии и амбиций. Этого не отнять. Ну что, молодежь, договорились. Будем вам традиции передавать. Давай-ка, Дим, покажи им, как надо. Поехали. По традиции на гала-концерте фестиваля «Весна» студенческой ЧГПУ представлены лучшие концертные номера. Каждый год более 25 творческих коллективов борются за право выйти на эту сцену. И этот год не стал исключением. Недавно команда степ-аэробики Flashlight вернулась с первенства Уральского федерального округа, где они заняли второе место. И именно этим девушки заслужили выступление на сегодняшнем концерте. Встречайте команду степ-аэробики Flashlight.